ты, Алексей. Ты готов сделать то, о чем мы договорились? Хорошо. Тебе надо поменять твое имя. Ты говоришь по-русски? Что-то американское. Например, Тони. Дай мне ту бутылку. Эти пацаны, которые над тобой смеются, будет очень стыдно, когда весь лагерь узнает, кто несут в кровати. Мы можем лечь проблемы. Это будет наш секрет. Что ты делаешь в моей комнате? Ты украл их. Этот сволочь разрушил папину американскую мечту. Поэтому я вернулся и разрушил его. Зачем, Алексей? Это не поможет вернуть твоего отца. Я хотел что-то. Я взял это, как дед меня учил. Чтобы только папа не был таким слабаком. Слабаком? Он позволил этой сволочи все подряд. И от него уже ничего не осталось, когда он умер. Я, когда вернусь в лагерь летом, все увидят мою силу и успех.